Всем привет! Вы на канале «Такая разная Кения». С вами Андрей. Продолжаю показывать вам эту страну. Сегодня покажу вам, где в Кении отдыхают местные, у которых есть деньги. Я сейчас нахожусь в центре пляжа Бамбури. Этот ресторан называется «Чарчома». Находится на первой линии от океана. Сегодня воскресенье, и ресторан практически на 100% заполнен отдыхающими кенийцами. Многие из них приехали на выходные из Найроби. Как вы можете видеть, свыше 90% отдыхающих, сидящих за столиками, это местные. На первом этаже на пляже места уже не было, поэтому мы разместились на втором этаже. Место довольно-таки приятное. Как раз у меня день рождения, скоро 9 сентября. Я думаю, что приду сюда с друзьями, отмечать будем здесь. Сюда можно прийти с детьми, то есть пока взрослые за столиками кушают, детки плавают в бассейнах под присмотром няни. Можно заплатить 400 шиллингов, это примерно 3 доллара, и ребенок будет весь день купаться в бассейнах. Пришли сюда, потому что фанаты, подписчики ТикТока Моники нас, собственно говоря, пригласили. Здесь очень интересное меню, оно сделано в виде QR-кода, официантка приносит вам меню на столик, то есть вы сканируете код и, соответственно, в телефоне выбираете то, что вам нравится, и оформляете заказ. Мы пришли ненадолго, взяли только напитки, заказали, это сок, пиво и коктейли. Коктейли по 750 шиллингов, пиво 400 и сок 300. Покушать здесь можно все что угодно, есть и картошка фри, и креветки на гриле, и стейк. У кенийцев, которые пришли сюда покушать, есть деньги, они заказывают и первое, и второе, и третье. И на этом все. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Если кто-то хочет приехать в Кению и нужна помощь, можете писать мне в WhatsApp. Мой WhatsApp есть под каждым видео. А сейчас всем пока-пока.